Всем доброго времени суток. Была ли эта история на самом деле или ее выдумали, неважно. Но я сейчас рассказываю эту притчу. Однажды Будда шел с учениками по полю и увидел, как у одного крестьянина приключилась беда. Его буйвол попал в большую яму. И вот крестьянин спрыгнул туда вниз и всеми силами пытался помочь буйволу вылезти наружу. Будда подошел с учениками и вместе спрыгнули в эту яму и стали помогать крестьянину достать буйвола. И вот общими усилиями они справились с этим. Крестьянин поблагодарил, а Будда с учениками пошел дальше. Прошли они еще немного пути и вдруг увидели точно такую же историю. Буйвол у другого крестьянина провалился в большую яму. А крестьянин сидел возле ямы и горько-горько плакал. Будда ничего не сказал, и они прошли мимо. И вот когда они уже удалились достаточно далеко, ученики спросили: «Скажи, учитель, почему ты не приказал нам помочь этому крестьянину?» Будда посмотрел на своих учеников и спросил их: «Как именно помочь? Помочь плакать?» Такая интересная история.